सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितम् श्री नंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समयुक्त बिंदावन मनोहर वाशाकुवश कृपा सिंधु व्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वै नमो नमः नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नम् अभिष्टदोहम् तेथास्पदम् शिव विरिञ्चनुतम् शरण्यम् भेत्तात्तिहम् पनुतपालभवाद्दीपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू शिवदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदतु संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे क्रिया सक्तानो धिग धिग विकट तपस धिग च जमिन धिगोस्तु ब्रह्म अहम वदन परिफुल्लानो जरो मतीनो
Ким этвану сочама бисвероса матьяну норопосуну, но кесанчит лесопи охо, мелито гоуру мадхуна. Гоури Гостипати, Сисила Бхакти Сиданто, Годия Гостипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамамса Джагад Гуру сказал: те, кто отклоняют простых людей, публику под предлогом Харикатхи, Харикиртана, те люди, которые обманываются, для них это стало своего рода модой. Модно стало обманываться. Годи Гоштипати Шишила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал: кто-то под предлогом Харикатхи отклоняет публику, обманывает публику, и обманываться такими обманщиками это стало своего рода модой. Кто может спасти кого? Все являются королями в своем собственном дворце. Люди не думают о сампрадае, ни о чем, думают только о самих себе. Прабхупада приложил все усилия, чтобы проповедовать чистую преданность. Но что поделать, ситуация непростая. Вчера я вам рассказывал, как Махапрабху принимал прасад в доме Сарабам Батачари, и что произошло. Сын дочери Сарабам Батачари, он проявил свою зависть, и из-за этого он почти что умер. И есть одна большая особенность Махапрабху. Он настолько милостив, он пощадил, спас Амога, мужа дочери Сарабам Батачари, только потому, что он каким-то образом был связан с Сарабам Батачари. Точно так же, как он спас Сарабам Батачари, только потому, что у него были отношения с Гопинатачари. То есть Гопинатачари – это муж сестры Сарабам Батачари. И вот Амок, он оскорбил Махапрабху, и он заболел и при смерти лежал. И Махапрабху, как он об этом услышал, он сразу же примчался на место, и он дотронулся до груди Амога. И он сказал: это вот то, что он сказал на бенгали, на бенгальском. И те, кто поистине браманы, мы не можем сосчитать качество вайшнавов. Махапрабху сказал Амогу: твое тело — это тело брамана. Зачем ты приглашаешь завистливого чандалу, чтобы, ну, в свое сердце? Зачем ты оскверняешь свое чистое сердце брамана завистью? Сердце, чистое сердце — это то место, в которое Кришна может зайти, то есть Кришна может разместиться в сердце, в чистом сердце. Зачем ты приглашаешь Мацарию? Зачем ты оскверняешь это чистое место? Махапрабху сказал такие слова. Таким образом, Махапрабху, он хотел сказать, все знают вот эту шлоку из Бхагаватам, Нирмат Саранам
Сатам, это вторая шлока Бхагаватам. Для того, чтобы следовать Бхагавад-дхарме, нужно обладать качеством, то есть должна отсутствовать мацария. Нирмацаранам. Даже те, кто не совершают баджан как положено, они знают об этом, что это самое, то есть самое первое качество, которым необходимо обладать, чтобы совершать Бхагавад-дхарму. Тот, кто не развил нирмацарабаву, они не могут быть скромными. И тринадапи и благодарность, они взаимосвязаны. Если кто-то не благодарен, то есть как он может развить тринадапи? Это невозможно. Таким образом, Махапрабху, он спас Амога, и Амог стал преданным, он изменился. Вчера я вам сказала об одной важной вещи. Навадвипдам — это секретный Вриндаван. И в Навадвипе возможно совершать Рагануга Баджан. То есть не то, что это возможно, а это так и есть. То есть во Вриндаване совершается Рагануга Баджан, и также в Навадвипе совершается Рагануга Баджан. Все спутники Махапрабху, они все движимы Рагануга Бхакти. Вы можете внешне наблюдать что-то, нечто, но все они Рагануга Бхакти. Махапрабху, он вернулся из Южной Индии. Я могу привести вам примеры, то есть что имеется в виду, что подразумевается под этим. И в обсуждении Чайтанчаритамриты на хинди я сказал уже сегодня, что основная вещь заключается в том, что в Видимарге есть ограничения. Сердце, оно не свободно, сердце, оно немножечко такое закаменелое. То есть мы не открываем сердце на полную, то есть там ограничения некие присутствуют. Есть какая-то закаменелость. Могу привести такой пример, когда кто-то прыгает с высоты, и когда он в напряжении, он может сломать себе ноги. Но те, кто прыгают, расслабившись, как кошки, кошки прыгают в расслабленном состоянии, их мускулы расслаблены. Но сейчас я вам говорю о расслабленности сердца. Расслабленность сердца — это очень важно. Это же нечто важное. То есть задайте себе вопрос, и вы получите ответ. Наше сердце, оно в расслабленности. У нас всегда в сердце присутствуют какие-то «но», всегда какие-то вопросы. То есть, когда речь идет о вот таком вот окаменении, о твердости сердца, и в Чайтанчаритамрите Кришна говорит, что на пути Видимарги не достичь према, Кришна премы. Вы можете достигнуть премы под руководством Гуру Вайшнавов, кто уже являются Рагануга Бхактами. И одним прекрасным днем вы разовьете влечение, спонтанное влечение к Кришне. И тогда вы вступите на землю Рагануга Бхакти. Иначе это невозможно. Но Бхагаван говорит, «Видимарги Кришна прем пайтанахи шакти». Те, кто совершает баджан, говорит Бхагаван. Но они смешивают бхакти с айшварья-бавой. И Кришна говорит, что айшварья-бава, она меня не удовлетворяет. Когда я имею дело с айшварьей, с айшварья-бавой, Бхагаван объясняет, према, она разводится айшварьей. Like
когда преданные ощущают, что они мои самые дорогие и ведут себя спонтанно, естественно, прям как обычные люди, тогда, говорит Бхагаван, я чувствую себя хорошо. То есть према, она разбавляется Айшварья Гьяной. То есть ахитуки бхакти, беспричинная бхакти. И Кришна очень привлекается этим. Если вы изучите поведение, отношения всех гора-паршадов, они все были такими, ну, расслабленными. Их служение, их любовь, они не были какими-то окаменевшими. Сарабхам Бхаттачарья, он стал огромным преданным, хотя до этого он был, практиковал, ну, безличностный, медитировал на безличностный аспект Брахмы. И по милости Махапрабху, он уже знал все шастры, но сейчас, по милости Махапрабху, просто все, что бы он ни говорил, все было просто совершенно. Джагадананда Пандит и Мукунда, они изначально были с Махапрабху, служили ему, а потом Камалаканта, он начал служить Махапрабху, и потом в дальнейшем, когда Махапрабху, он встретился с Говиндой. Махапрабху не знал Говинду. И Говинда, он внезапно пришел, предложил поклоны Прабху, и кто-то объяснил. Это вот ученик Ишварапурипада. Ишварапурипада, он оставил свое тело, и он отправил Говинду к тебе. Позовите его. И тогда Говинда, он приблизился, предложил поклоны, рассказал все о подробностях. Мой Гурупад Падма — это Ишварапурипад. Ишварапурипад, перед тем, как оставить тело, он мне дал наставление, когда я уйду из этого мира, то ты иди к Шри Кришна Чайтани и служи ему. На самом деле, правда, что ли, ты пришел от Ишварапурипада. А Сарабхам Бхаттачарья задал вопрос такой: а как ты служил Ишварапурипаду? Я все делал. То есть сначала Говинда Пад, он представился, он сказал: я Шудра, меня зовут Говинда, я пришел от Ишварапурипады, от великого преданного. А каким служением ты занимался? А я все делал, я мыл его одежду, я готовил для него. А, ты готовил для него? И несмотря на то, что Сарабхам Бхаттачарья, он уже стал преданным великим, но тем не менее у него было вот такое небольшое, все равно вот эта вот мысль его не оставила, что вот я браман. И Говинда также сказал, очень в скором времени прибудет преданный, кто потом впоследствии служил Махапрабху, ну, защищая его от толпы в храме. Вот, Говинда сказал, что вот Кашишвара. Когда Махапрабху, он ходил в Джаганнат Мандир, это вот было служение Кашишвара, он защищал его от толпы. Там люди толкались, и вот он его таким образом охранял. И Кашишвар после ухода Гурудева, он отправился в паломничество, и Говинда сказал, что очень скоро он тоже прибудет и будет служить тебе. И вот Махапрабху, он, когда все это услышал, он расстроился, сказал: мой Гурупад Падма дал тебе наставление служить мне, но как же это возможно?
Севака Гурудевы для меня является объектом поклонения. Как я могу принимать служение от Севаки, моего Гурудева? Ты мой духовный брат, ты служил моему Гурудеву. И тогда Махапрабху спросил Сарвабхаума Бхаттачарья: Сарвабхаума Бхаттачарья, пожалуйста, ты рассмотри этот вопрос. Я не хочу принимать служение Говинды, но Гурупад Падма уже дал такое наставление, дал приказ Говинде, и я в затруднении. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья, смотрите, он обладал всей шастрагьяной, несмотря на то, что он был в Майаваде раньше. Но он сказал Махапрабху: смотри, приказ Гурудева, он должен выполняться безоговорочно. Ты должен подчиниться, ты должен принять его наставление без каких-либо возражений. А, правда, да, ты правильную сиддханту говоришь. То есть Махапрабху, он прям как обычный человек себя вел. То есть остальные вещи, их не нужно учитывать. Нужно смотреть на приказ Гурудева, что Гурудев сказал. И с того дня Махапрабху, он принял Говинду как своего севаку. И я вам уже рассказал, что Говинда, он начал служить Махапрабху прям как Сачима. Говинда, он не был заинтересован вообще ни в чем, ни в каких личных, у него не было личных интересов. Он только думал о благе Махапрабху. Постоянно заботился о том, как поддерживать Махапрабху, как служить ему достойно. И вот этот тот вид служения в виде марги, он невозможен. Друзья Кришны, они говорят Кришне: ты такой же, как и мы. Мы одинаковые, ты должен слушаться нас. Условия были таковы: кто проиграет, тот понесет выигрыш на своих плечах. И тогда Шридам, он уселся на плечи Кришны, и Кришна его стал носить на плечах. Это таково было условие игры. А Шридам, он стал играть ногами по груди Кришны. Смотрите, какие отношения. Шридам — это друг Кришны. Он садится ему на плечи и начинает играть на барабане, на груди Кришны. Начинает. Неси меня, неси. Посмотрите, какие отношения у Враджаваси с Кришной. И Гурупад Падма, он в пожилом возрасте, он мне много раз говорил об этом. Постарайся осознать вот эти отношения спонтанные Враджаваси с Кришной. Прям как мать, она любит своего ребенка спонтанно. Она не читает книжки о том, как нужно, как научиться любить ребенка. Она его любит автоматически. Бхагаван дает такое понимание. Таким образом, во Враджа-даме нет никаких искусственных отношений, все естественное. И точно так же в Навадвипе. И между делом я вам расскажу тоже вот это, потому что тема, она огромная, и дни, они быстро проходят. Парамананда Пури, он также прибыл в Нилачал-дам. Парамананда Пури был возвышенной личностью, и его знали все в Индии. Он был такой талантливый пандит. И в соответствии с Гора Ганадеш Дипикой, если вы хотите узнать его личность, это Удавджи Махарадж. В Кришналиле это Удавджи Махарадж. Он выглядел, он был очень красивым, его конституция, он был высоким, обладал красивыми глазами. Парамананда Пури, он у всех спрашивал: а где Прабу? Я слышал, что
что младший брат Вишварупы принял саньяс, и вот он его искал повсюду. И когда Парманадапури услышал, что Махапрабху отправился на юг Индии, то он тоже туда отправился, но как же он мог его найти, это было невозможно. И Прабху, он совершил огромный тур по югу Индии. Он также побывал вот в этом месте, где Вишварупа оставил тело. Я вам вчера сказал название этой местности, этого. Вчера я вам уже сказал. Там Вишварупа он оставил тело. Махапрабху и там побывал. И потом он вернулся в Нилачал Даму. И, конечно, Парамананда Пури, он искал Махапрабху, но он не смог с ним встретиться. И в итоге он... Парамананда Пури подумал, если я отправлюсь на Вадвипу, то там я узнаю больше информации, и там преданные, они знают больше. Таким образом, он добрался до Навадвипа, встретился с Сачимата и предложил ей поклоны. Сачимата, она выражала ватсалью Бхаву. Она встретила гостеприимно Парамананда Пури и Парамананда Пури спросила, ты знаешь, где Нимай? И она не знала, и тогда Парамананда Пури расстроился. Это была причина, по которой он прибыл в Навадвипу. И никто из преданных не мог ему ничего толком объяснить, рассказать о том, где Махапрабху. И вот он решил остаться в Навадвипе на несколько дней. И вот он ходил на Гангу, принимал омовение. То есть до изначально он ничего не знал о Махапрабху, но потом, когда он узнал о том, что произошло с Сарвабхаума Бхаттачари, то он уже был уверен, что Махапрабху был Верховным Господом. И он испытывал огромное влечение по отношению к Махапрабху. И когда Махапрабху вернулся с Южной Индии, Нитьянанда отправил одного преданного в Навадвипу. Он сказал, отправляйся тотчас и проинформируй всех. И вот этот преданный, он добрался до Навадвипы и пришел к Сачима, все рассказал, что Прабху вернулся из путешествия. Тогда вся Навадвипа, она затанцевала. И все тогда сразу же засобирались в Нилачал Дам. Сейчас мы тут же отправимся. И это уже было, уже пришло время, потому что Чатурмасия почти началась. То есть это так совпало, что когда Махапрабху вернулся, это уже был тот момент, когда почти что началась Чатурмасия. И они стали планировать, свое путешествие в Нилачал Дам под руководством Шивананда Сена. И Парамананда Пури, он не смог не остаться ни на один мгновение там на Вадвипе. Он подумал, я не могу ждать, пока там все соберутся. И, в общем, он тут же отправился в Нилачал Дам. И когда он добрался до Нилачал Дама, он сразу стал спрашивать у всех, где стоит Махапрабху. И очень легко он узнал обо всем, потому что Махапрабху, он был очень известен. И он узнал, что Махапрабху, он остановился в Кашимишра Бхавани. И он увидел Махапрабху, он был окружен преданными, и он совершал харинаму. И тогда Парамананда Пури предложил поклоны, и кто-то сказал... Парамананда Пури явился, и Махапрабху, он слышал уже его имя до этого, и тогда он подошел к нему, поднял его, и Парамананда Пури сказал, «Я ученик Мадхавендра Пурипад, а ты мой гурудев». И сразу же Махапрабху хотел дотронуться до его лотосных стоп, и Парамананда Пури сказал, «Не трогай мои стопы, я знаю, кто ты, ты Верховный Господь». Махапрабху speaking, I want,
Махапрабху сказал, я хочу, чтобы ты со мной здесь жил. Я хочу увидеть твои лотосные стопы здесь. И Парамананда Пури сказал, это я сюда пришел, прибыл в Нилачалдаму, чтобы увидеть твои лотосные стопы. Вы, возможно, не знаете, где находится место Парамананда Пури. Я думаю, что вы не знаете. И то, где он жил, находится по пути к Локанатхе. Вы были в Джаганнатпуре? Не были. Не нужно туда ездить. Здесь вы все можете получить. В Джаганнатпуре, если прямо из храма вы пойдете в сторону Локанат, в храм Локанат, но если вы возьмете какую-то обходную дорогу, вы не попадете, не доберетесь до этого места. То есть я вам говорю, что нужно отправиться вот прямо, точка отправления — это Джаганнат Мандир, и потом вам нужно двинуться по направлению на север. И если вы пойдете от Джаганнат Мандира, и вы спросите людей, как добраться до Локанат Махадева. Локанат Махадев — это храм, который открывают один раз в год. Вы можете получить даршан Локанатха раз в год. Это Локанат, он под водой находится. И там на пути есть какой-то пункт полиции. И там находится колодец Парамананда Пури. Если вы спросите, люди вас могут направить. Я вам должен рассказать эту историю, иначе вы не поймете, что к чему. Парамананда Пури, он обосновался там, недалеко от храма Джаганнатхи. И это было не очень далеко от храма и недалеко от Махапрабху. Но Парамананда Пури, он немного расстроенный был, потому что там была плохая вода. Он вырыл колодец, но там вода была очень грязная, и у нее запах был плохой. Но место само по себе было хорошим. И когда Махапрабху, он узнал, что Парамананда Пури страдает, потому что у него нет доступа к чистой воде, Парамананда Пури, огромный, великий преданный, Махапрабху беспокоился, вот у него нет времени, ему нужно ходить там несколько километров, чтобы воды чистой достать. Прям как во Вриндаване, по сей день Матаджи ходят с кувшинами воды на голове, они даже их руками не поддерживают, они просто все в балансе поддерживают. То есть они носят эти кувшины, разговаривают друг с другом, сплетничают. Вы это можете по сей день увидеть, насколько они ловки. То есть Махапрабху расстроился, что Парамананда Пури, ему приходилось там далеко куда-то ходить, он же был великим преданным, времени совсем не было у него. Поэтому Махапрабху отправился к нему. Махапрабху поговорил с Парамананда Пури, увидел колодец, он почувствовал этот запах плохой, и тогда Махапрабху разыграл представление, сказал: «О, Джаганнат, смотри, великий преданный, почему ты ему не организуешь тут нормальной воды? Смотри, он тут баджан совершает. Мое желание таково, чтобы Ганга, она вошла в этот колодец, чтобы у Парамананда Пури была всегда чистая вода. И для того, чтобы исполнить желание Махапрабху, Ганга, она явилась в этом колодце, она заполнила колодец. И с того дня этот колодец стал таким чистым, это если вы дотронетесь до воды из колодца Парамананда Пури, это очень благоприятно. Я всегда туда хожу. Это вот прям в пешей доступности от храма. Ну, мало кто знает, где находится вот это вот место. Парамананда Пури, он был как сердце Махапрабху. И в предыдущих лилах, в лилах Кришны, он был Удавой. Так написано.
И также Брамананда Бхарати, он пришел на Нилачалдам. Сарабам Бхаттачарья, он сказал: «Прабху, мы знаем, что за спектакль ты хочешь сейчас разыграть. О Прабху, все реки, они берут истоки в разных местах, но в конечном счете они встречаются с океаном, а ты — океан». Сарабам Бхаттачарья сказал: «Ты — Верховный Господь Парабрахма. Мы видим, как все преданные с разных уголков Индии, Бхараты, они сходятся сюда, как реки к океану стремятся». И вот ученик Ишвара Пурипад, Кяшишвар, он тоже в скором времени прибыл в Нилачалдам, и он стал помогать Мапрабу с толпой, то есть чтобы Мапрабу мог спокойно получать даршан Джаганати каждый день. То есть постепенно все собрались в Нилачалдаме. И завтра мы обсудим, как Сварупа Дамодар пришел в Нилачал. Рай Рамананда, он уже прибыл. Не только Рай Рамананда, но и Бавананда, его отец. И он пришел к Махапрабху с пятью сыновьями. Он сказал: «Я предаюсь твоим лотосным стопам вместе со всеми своими сыновьями. Возьми, забирай их всех себе и займи их в своем служении». И Махапрабху, он пошутил: «Они как панча-пандавы». То они начали служить Махапрабху. Махапрабху был очень доволен. И Рамананда Рай, он развил очень теплые и близкие отношения с Махапрабху. Я могу вернуться к этим лилам. И, в общем, Брамананда Бхарати явился в Нилачал. Да, Брамананда Бхарати, он был очень высоким, но, конечно, не таким высоким, как Махапрабху. Махапрабху был очень высоким. В общем, Брамананда Бхарати явился в Нилачалдам, и преданные узнали об этом. А он понял, Брамананда Бхарати, что Шри Кришна Чайтанья, он был необычным каким-то человеком. Брамананда Бхарати, он совершал баджан, медитировал на безличностный аспект Брахмы. И как же это возможно, что он изменил свое сердце, я не знаю. Чтобы получить ответ на этот вопрос, это прям вот очень сложно. Единственный возможный ответ — это по милости Бхагавана. А иначе как было возможным, что наш Силхам Мишра Бильба Мангала Такур, он тоже изменил свое сердце? Он в шлоке сказал уже: Ананда Сингасана Лобта Дикша Хатина Кина Писатина Бодуваси Боджаваду Бати Питено Дасикритам Дисрука. Я вам уже сказал, что он взял инициацию у Майавади, гуру. Я вам уже сказал эту шлоку. Вы слышали такое имя Самогури или вот что-то в этом роде в сообществе вайшнав? То есть он уже сам признался, что он взял вот там вот где-то мантры в этой линии. То есть как было возможным для него? А и вы также и не задали мне вопрос, как когда я вам сказал, что Махапрабху, он стал принимать прасад в доме Сарабам Бхаттачарья, а вы у меня даже не спросили, как же это возможно. Сарабам Бхаттачарья, он был Майавади. Окей, сейчас он стал преданным, но а кто был его гуру? Мой вопрос вам таков: кто его гуру был? Он принял нового гуру? Да или нет? Мы не знаем об этом. У нас нет информации. Но мы должны понимать, мы должны верить, что Махапрабху, когда он все когда Махапрабху что-то одобряет, это конечный,
финальное. То есть, окей, Сарабама стал преданным, но я вам же уже объяснял много раз, что когда кто-то принимает мантры у не вайшнава, ему нужно принять мантры заново у вайшнава. То есть есть две шлоки, одна, которая говорит, что не слушать харикатху от уни вайшнав. И вот вторая шлока говорит о том, что когда кто-то принял мантры у какого-то не вайшнава, у майявади или какого-то своенравного преданного или у карми-гуру, вы должны оставить этого гуру. Этого гуру. Это таковы наставления. И правило заключается в том, что вам нужно принять нового гуру. И сейчас к какому заключению вы можете прийти? Это вот особенный случай. Если у вас нет бхакти, тогда вы начнете спорить. Махапрабху, он уже порешал все проблемы. Махапрабху — это Бхагаван, Верховная Личность Бога. Он уже все порешал, а вы зачем задавать вопросы, какого гуру он принял и так далее. То есть это бесполезный вопрос. И если вы начнете спрашивать, а кто Санатани Госвами дал Бабаджи Вешу, Это тоже бессмысленный вопрос. Что произошло? Почитайте в Чайтанья Чаритамрите. Санатана Госвами, он как дарвеш, он пришел к Махапрабху. Махапрабху его обнял. И после чего Махапрабху сказал, «Бадра означает джентльмен». Но я вам говорю, что бенгали и санскрит перевести на английский это невозможно. И Махапрабху, он дал наставление Чандрасекару, сходи с ним и сделай из него джентльмена. Не то, что он не был джентльменом, что он был идиотом каким-то. Нет, Махапрабху имел в виду, что побрей его, чтобы он омовение принял, одежды поменял. И потом возвращайтесь ко мне. То есть таким образом Санатана, он сходил на Гангу, побрился. И да или нет? Да, и он вернулся. И что случилось? И Санатана сказал, Чандрасекар сказал, я тебе дам новые одежды. И он тогда взял набор одежды и дал Санатане. Санатана, он отказался, я не могу принять новые одежды от тебя. А что тогда ты оденешь? Если у тебя есть старые одежды, тогда дай мне их, и я их приму. Если у тебя есть старые одежды, ну как я тебе могу дать старые одежды? Нет, если ты мне дашь старые одежды, тогда я это приму. И тогда Санатана Госвами, он получил старые одежды Чандрасекара. И что потом написано там было, вы никогда на это не хотели обращать внимание. Санатана Госвами взял одежду, и он порвал ее на кусочки, на куски, сделал вот, ну, своего рода доти, бахирвас и каупину. И сейчас вы можете начать спорить, а кто дал Санатана Госвами разрешение носить одежды Бабаджи? Кто ему это разрешил? То есть он сам себе порезал вот эти вот одежды и переоделся в Бабаджи. Это все нелогичные доводы. Там сам Махапрабху присутствовал. То есть если это было не одобрено Махапрабху, то кто мог взять и начать носить такую вешу? Столько много книг написали. Во время Прабхупады было дано столько много ответов всяким разным демонам. Она постоянно, они оскорбляли Махапрабху, нашу Гаудия Сампрадаю, все там понаписали, много чего. Наша Гуру Варга, они дали все ответы. Это называется баджан. Но борьба друг с другом — это не баджан. Если вы сын вашего отца, я уже сказал об этом много раз, сын льва — это лев, и внук льва — это тоже лев. Внук льва не может быть котом.
Это не мое ложное эго. Я со скромностью это говорю. Прабхупада был львом. Его сын Кешава Махарадж, он тоже лев. И я тоже родился у них, поэтому я тоже лев. Я не могу быть котом. Вы не можете доказать, что я кот. Я животное, я признаюсь, но, по крайней мере, лев. Ну, междоусобные какие-то войны, они бесполезны, внутренние какие-то конфликты. Но если вы установите свой ум на чистых гуру вайшнав и отбросите все сомнения, сомнения, они вам не позволят дальше в баджаны продвигаться, вам нужно выбрать. Махапрабху, Верховный Господь, Верховная Личность Бога, Он сам присутствовал при этом, при всем. Если бы Он это все не одобрил, то как Санатана смог бы так поступить? Поэтому Гуру Варга говорит, ну, то есть одеть одежды Бабаджи. Гуру Варга объясняет, они естественные парамахамсы, они по природе они парамахамсы. Где Санатана Госвами он получил Бабаджи Вешу? Это бесполезный вопрос. Санатана Госвами, Рупа Госвами, они от природы парамахамсы. Если у Горки Шардас Бабаджи Махарадж, у него не было одежды, он носил только купину. Вамсидас Бабаджи Махарадж. Кто-то спросил Бабаджи Махарадж: «О, Баба, а почему ты не носишь бахирвасу?» И Вамсидас Бабаджи Махарадж рассмеялся: «Бахирвас, бахирвас. Внешнее, бахир значит внешнее». То есть копина для них все достаточно. Кто-то спросил Бабаджи Махараджа: «Почему ты носишь только копина и ничего другого?» Баба засмеялся, потому что он естественным образом он парамахамса. Нам не стоит спорить. Если мы начнем спорить, то мы можем откатиться назад, и мы не сможем потом это наверстать. Этот откат. Кто дал Санатана Госвами и Бабаджи Вешу? Это неправильный вопрос. И точно так же Шилан Мишра, Бильба Мангала Такур, как он мог изменить свое сердце? В Гаудия Матхе столько всего написано по этому поводу. Я не знаю, есть ли у вас доступ к этому, ко всему или нет. Но Прабхупад, он много писал об этом. Бильба Мангала Такур, он был на этой планете задолго до прихода Махапрабху. Тем не менее, наша Гуру Варга объясняет, что такие преданные, как Мадавендра Пурипад, Бильба Мангала Такур, те, кто обладают такой премой эксклюзивной, например, Мадавендра Пурипад, когда он увидел тучу на небе, темную, то он падал на землю в экстазе, потому что только увидев тучу на небе, он сразу вспоминал о Кришне. То есть эта туча, она ему напоминала цвет кожи Кришны. Поймите, какая у них любовь. Даже если вы будете медитировать тысячи лет этим умом на эту тему, то вы все равно не разберетесь, что к чему. Мукунда, он увидел всего лишь перо. Перо павлина, и он упал на землю. И тогда король у него спросил: «А что с тобой?» И тогда Мукунда стал скрывать причину. Он сказал: «У меня эпилепсия». Он, то есть, не сказал, что: «А, вот у меня прием, у меня экстаз», там, и так далее. Нет, он сказал: «У меня эпилепсия». Но король, он был не глупый, и он понял, что что-то тут не так. И также Гададар Пандит, он совершил вот эту вот игру непонимания личности Пундарик Видьяниди. Он пришел к нему домой, Мукунда позвал его, он сказал: «Пойдем, я тебя познакомлю с одним великим преданным».
И тогда Гададхар Пандит вместе с Мукундой, они зашли в дом к Пундарик Видьяниде, и Мукунда сказала: «Вот он, пожалуйста, посмотри». И Гададхар Пандит, он увидел, а, вот это вот, да, великий преданный, то есть у него были шелковые подушки, там... диван был тоже дорогущий, он жевал пан и сплевывал в тарелочку золотую. Он преданный, как же такое возможно? Преданные, как правило, они голые, ничего у них нет. Как он может быть преданным? Это невозможно. И там был чадр один, как навес такого своего рода. И, ну, то есть... его тело благоухало. Вы пользуетесь духами? Ну, вот Пундарик Видьяниде, он благоухал, и он был одет в такие красивые и дорогие одежды, как будто он вот со свадьбы только. И волосы, они были зачесаны назад с очень-очень дорогим маслом юрведическим. И вот он отдыхал на подушке шелковой таким образом. И наш Гададхар Пандит, он когда все это увидел, зачем я вообще сюда пришло посмотреть на вот это все? И вот он таким образом понял неправильно Пундарика Видьяниде. И Мукунда, он сразу же понял это. Гададхар, он не какой-то глупец, это Радарани, а Пундарик Видьяниде — это ее отец, Вришабану Махарадж. Тогда Мукунда посмотрел на лицо Гададхара и подумал, конечно же, он не понял этого великого преданного. Тогда Мукунда, он прочитал эту шлоку. Vidda dvaja kanaka kupi sambayen tinchamalam randhanu bhinu radur sudaya pura yunu gopu bindai binda rannam sapadaraman pravishad git. This look only once. After that, aho boki yan. И вот одну шлоку, после нее еще другую прочитал, и после этого Пундарика Видьяниде, он разорвал, начал развивать на себе одежды, разорвал все цепочки золотые, волосы все у него встрепались, он упал на землю без сознания. И где была вот эта золотая тарелочка, где оказались все его дорогущие одежды и так далее. Вся комната, она была испачкана, а Пундарика, он лежал на полу в бессознании. И увидев такого рода прему, Гададхар Пандит, он изумился, я совершил ошибку, я не мог узнать этого великого преданного. Такая према, это большая редкость на всей планете. Что же мне делать сейчас? Тогда он предложил поклоны и обратился к Мукунде, сказал: «Мукунда, смотри, я его неправильно понял, но он оказался великим преданным. Ты думаешь, если я попрошу у него дикшу, он даст мне ее?» И тогда Мукунда сказал: «Не переживай, я помогу тебе». Тогда Мукунда, он обратился к Пундарик Видьяниде, сказал: «У меня есть к тебе просьба одна». «Какая просьба? Приказывай. Дашь инициацию Гададхару?» «Конечно, да. Он такой возвышенный преданный, чистый преданный. У него такое настроение изысканное». И после чего Гададхар Пандит, он получил инициацию Пандарика Видьяниде. Таким образом, в нашей жизни тоже иногда случается, что мы думаем, что кто-то, он не преданный. Бхактинат Такур, он пишет в Упадеш, в своем Упадеше. Иногда мы думаем, что великий преданный, он вообще какая-то бесполезная личность, и мы, то есть, от него отказываемся, отрекаемся. А иногда мы принимаем своим гуру какого-то вообще непонятного человека. И в двух случаях мы окажемся в плачевной ситуации. Если вы
примете падшую душу своим гурудевом, и если вы откажетесь от чистого преданного, подумав, что это непонятный какой-то человек, то в обоих этих случаях у вас будут проблемы. И, конечно же, есть много шансов неправильно понять Гуруваргу. Прабхупада был не понят многими, Шридхар Махарадж, Ваман Госвами Махарадж. Кто-то не понял деятельность Вана Госвами Махараджа. Он был великим преданным. Таким образом, мы потеряем баджан. Если вы будете совершать меньше баджана, то все будет хорошо. Гурупад Падма, он был настолько чувствителен к этой теме, что он написал книгу о Вайшнава Апарада. И он сказал, что практически невозможно спасти людей от Вайшнава Апарадхи. И он попробовал объяснить все с разных сторон, по крайней мере, чтобы людям удалось спастись от апарада. Оскорбления, они очень опасны, как сумасшедший слон. Когда человек совершает оскорбление, он теряет все, даже сукрити. Если вы совершите оскорбление преданного, вы потеряете вот эти все вещи. Продолжительность вашей жизни уменьшится. Предположим, вам предначертано прожить 80 лет, а вы проживете 60 или 50, потому что вы совершили апарадху. И, например, шри — это красота, это или у вас есть какая-то саундарья, образование и так далее. Яшо — репутация, дарма. Плоды следования какой-то дхарме. Дхарма имеется в виду не обязательно бхагават-дхарма, обычная дхарма. То есть вы можете потерять результаты даже обычной дхармы. Вы потеряете все. То есть продолжительность вашей жизни уменьшится. Потеряете красоту, то есть станете уродливыми. Ну и даже если до этого у вас была внешность привлекательная, вы станете уродливыми. И я видел такой случай. Была одна женщина уродливая. Я ее видел. Мне вообще это не интересует, но просто для вашего понимания. Но она, у нее такой вид был сладостный, потому что она обладала бхакти. То есть на материальном уровне она не выглядела хорошо, то есть не была красивой. Но тем не менее она была привлекательной, потому что она обладала бхакти. Некая в ней была... sweet mood. One example. One lady was there. Not proper Calcutta, before Calcutta. Я вам могу привести пример. Есть одна женщина, она жила там где-то недалеко от Калькутты, я не помню название точного. И ее сын, он слушает харикатху мою, я не знаю, она жива или нет, но вот мне эту историю рассказал сын ее. То есть у них нет денег, и как-то они поддерживали свою жизнь. То есть он мне рассказал эту историю, его мать звали Гири Джама. Она была, обладала обычной внешностью, из бедной семьи была. И однажды, недалеко от их места жительства, проходила харикатха, и там были огромные приготовления, потому что нужно было готовить просад для тысячи преданных. То есть Гири Джама — это ее уже инициированное имя. А я вам сейчас рассказываю о том, что случилось до инициации. То есть она вся была
ну, на вдохновение пришла и стала помогать резать чили, джинджер. И она не спросила разрешения ни у кого. Там матаджи сидели, они занимались, ну, нарезкой там овощей и так далее. То есть и матаджи ее тоже не спросили, а есть ли у тебя инициация. То есть она сидела, и, ну, она сама приняла инициативу, стала нарезать чили. И брамачари один очень такой строгий, он ее спросил: а ты кто и откуда ты? Ну, я там, вот я живу вот там, и я хочу служить гуру Вайшнава. А у тебя есть инициация? Ты получила инициацию? Нет. А почему ты тогда притрагиваешься к чили? И тогда этот брамачари, он взял чили и выбросил их в мусор. И после того, как она это увидела, вот эта вот простая, обычная женщина, она просто расплакалась. Я настолько бесполезная, что даже не могу так послужить. В общем, брамачари ей потом объяснил: не расстраивайся, Гурудева потом тебе поможет. Я организую встречу. Если ты не до того момента, пока у тебя не будет инициации, тебе нельзя Богу трогать. И она, когда это все услышала, для нее это был поворотный момент в ее жизни. Это стало поворотным моментом в ее жизни. Тогда она пришла к Кешаву Махараджу, пала на землю и стала умолять ее дать ей инициацию. И Кешав Махарадж, он посмотрел на нее и понял, что она была искренне, что она была не капат. И дал он ей харинам, и потом он ей дал инициацию. И вы не поверите, она стала так служить гуру Вайшнавам, она поддерживала такую чистоту. Это было поворотное событие в ее жизни. И она сразу же поняла, сколько, ну, то есть на каком уровне чистота должна быть. То есть она поддерживала этот уровень. Она с того момента сразу начала изучать все правила и каким образом избежать осквернения и так далее. То есть она стала такой чистой, такой чистой. То есть она получила имя Гириджама. И она готовила даже для больших ачарьи. Обычно ачарьи, как бы никто не может прикоснуться к их, ну, то есть к их просаду. Но ей разрешали. И ее жизнь, она изменилась полностью. И такие изменения могут произойти когда угодно. То есть с этим не поспоришь. Может быть, кто-то, даже после принятия пяти душ и прочитав все мантры, он не чист все равно. Я никогда с ней не встречался напрямую, но я слышал, что даже Вамана Госвами Махарадж, он принимал прасад, что она готовила. Она поддерживала такую чистоту, и она не обладала красивой внешностью. Но тем не менее, она была такая сладостная. Если вы посмотрите на ее фотографию, вы увидите некую привлекательность. То есть, если вы будете совершать апарадхи, то продолжительность вашей жизни уменьшится. Вы потеряете шри, красоту, и то есть все знания, образование, богатство, все вы можете потерять. Яшо, репутация, и результат исследования дхармы. Возможно, вы не следовали Бхагавад-дхарме, но, возможно, вы следовали какой-то другой дхарме, и вы не получите никакого результата. И предположим, что с детства вы получили различные благословения от пожилых людей и так далее. И какие бы благословения вы ни получили, вы их всех потеряете, если вы совершите вайшнава апараду. Если вы неправильно поймете чистого вайшнава, Бхактинод Такур объясняет, нет, то есть дорога вот такая, путь такой. В общем, Брамананда Бхарати, он прибыл в Джаганнатпури. Брамананда Бхарати, его имя, оно говорит за себя. Он Майявади, то есть он медитирует на имперсонального Брахму. И он сам
на безличностного Брахму. И он сам сказал Махапрабху, то есть как это возможно? Я думаю, что это чудо. Я могу думать, что это чудо, иначе это по-другому никак нельзя понять. Это какая-то экстраординарная вещь, не существует почему и как. То есть Брахмананда Бхарати, он прибыл в Джаганатпури, и кто-то сказал Махапрабху, Брахмананда Бхарати прибыл в Джаганатпури. А, правда что ли? Он мой гуру. И спросили Махапрабху, нам привести тебе Брахмананда Бхарати? И Махапрабху сказал, нет, нет, он мой гуру, я сам к нему пойду. И тогда Махапрабху отправился навстречу к Брахмананде Бхарати. И по прибытию на место Махапрабху стал смотреть по сторонам и спрашивать, а где Брахмананда Бхарати? Так вот же он стоит. Да что вы мне говорите ерунду какую-то, это не Брахмананда Бхарати. То есть Брахмананда Бхарати прям стоял перед ним, а Махапрабху крутил головой и говорил, а где Брахмананда Бхарати? Так вот же он. Нет, это не Брахмананда Бхарати. Брахмананда Бхарати, зачем ему одевать одежду, кожу тигра? И услышав Брахмананда Бхарати, когда он понял, что Махапрабху это не нравилось, он тогда избавился от кожи тигра, оделся в нормальной одежде, и Махапрабху сразу же тогда предложил ему поклон, дандават, поклон. И Брахмананда Бхарати сказал, я слышал о тебе от стольких многих преданных, о тебе, пожалуйста, не делай этого, не предлагай мне поклоны. И Махапрабху сказал, ты моя гуру варга. И Брахмананда Бхарати сказал, в Нилачал Даме Брахма явил себя в двух формах. Одна подвижная, другая неподвижная. Одна — это ты, подвижная форма, а другая неподвижная — это Джаганнат. Он сидит на алтаре и дает даршан всем. И Махапрабху сказал, да, ты прав, ты Брахмананда Бхарати, и у нас поэтому есть два Брахмы сейчас в Джаганнатпури. Махапрабху сказал, ты прав. У нас сейчас два Брахмы, один движущий — это ты. И другой неподвижный, который сидит на алтаре. Нет, нет, я не это имел в виду. И тогда там был Сарвабам Бхаттачарья. И Брахмананда сказал, Сарвабама, ты знаток великий, разберись-ка в этом вопросе. Он бяпок, а я бяпо. Бяпок означает безграничный, кто существует повсюду. А я бяпо, я дживатма. Реши этот вопрос. Брахмананда Бхарати сказал, и я вам могу дать много... Я могу дать столько много доказательств всем и каждому, что ты Верховный Господь. И другой вопрос, другой момент, это что всю жизнь я медитировал на безличностного Брахму, но когда я увидел тебя, мое сердце изменилось без всякой, без какой-то второй инициации. То есть... У меня есть инициация, то есть какая инициация, неизвестно. Но сейчас, я когда тебя увидел, всю жизнь я медитировал на безличностного Брахму. Но с того момента, как я тебя увидел, я не могу больше повлиять на свой ум. Я вижу золотую аватару в своем уме непрерывно. Я не могу, как бы это видение, оно не оставляет меня. Я не хочу, чтобы оно меня оставляло. Я уверен на 100%, ты и есть Джаганнат, ты Кришна Чайтанья, ты сам Кришна. Таким образом, там произошла долгая беседа, и Брахмананда Бхарати, он в итоге стал великим преданным. Смотрите. То, что Махапрабху хочет сделать, он это и делает.
не помню, то ли в Чайтанья Бхагавате, то ли в Према Виварте написано. Обусловленная джива, она выражает различные пожелания, обладает различными желаниями, но без санкций Кришны ничего невозможно. И Прабхупада также сказал однажды: я хотел съездить во Вриндаван, но внезапно что-то произошло, и я не смог попасть во Вриндаван. То есть, возможно, таково желание Кришны. Дживы, они могут столько решений всяких разных принять, очень таких торопливые, может принимать торопливые решения. Когда какое-то небольшое маленькое сомнение, они сразу все выбрасывают и все. А кто-то, если что-то говорит, то, что нравится, а все, да, он прав, конечно же, он прав. В жизни Шанта Госвами Махарадж, я вам приведу этот пример, и закончу на сегодня. Шанта Махарадж, он был маленьким мальчиком, 12-14 лет, и Прабхупада ему сказал: «О, Прабу, можешь ты поехать в Мат, в Даки на служение?» И Шанта Махарадж ответил: «Конечно, могу. Если ты мне прикажешь, я, конечно, могу». И вот этот мальчик, он один, 14 лет, отправился с рюкзаком, и вот он сел на корабль, там нужно было пересечь реку. И вот он уселся, и постепенно корабль заполнился. Шанта Махарадж, он занял место сидячее, и там подошел пожилой человек, и он стал сразу критиковать Шанта Махараджа. Смотрите, у него он никакому этикету не следует. Молодой мальчик, он какой-то саду. Неужели он саду? А мы тут пожилые должны стоять на ногах. И тогда Шанта Махарадж, он поднялся и отошел в сторону. То есть он стал критиковать Шанта Махараджа. Шанта Махарадж, он никак не прокомментировал, он поднялся и стал стоять. И там был продавец яиц, он пришел, он продавал эти яйца. И Шанта Махарадж, он просто отошел в сторону. Это потому, что он не хотел... чтобы запах попал, на то, чтобы он его ощущал, этот запах. Он просто отошел. А люди стали опять критиковать его. Вот он тут в саду нашелся, там он ненавидит. Мы кушаем тут, а он нас ненавидит. Что-то в этом роде. И потом что произошло? И начался... погода испортилась, и собрались тучи, и началась буря, и корабль, он практически вышел из-под контроля. И тогда капитан корабля, он произнес такие слова: сейчас вы все молитесь своим иштадеватам, потому что корабль, он практически неконтролируемый. Мы не уверены, что мы сможем вас спасти. Мы пробуем, мы пытаемся, мы прилагаем все усилия, но это очень сложно, мы думаем, что ничего не выйдет. И то есть и тот старый человек, который критиковал Шанту Махараджу, то есть капитан корабля, кто-то из команды, объявил: молитесь, если вы мусульмане, молитесь Аллаху. И молитесь Богу, в общем, своему божеству молитесь. После чего вот этот вот пожилой человек, он заплакал: «О, моя дочь, она послезавтра замуж выходит, а я ей везу украшения золотые, если мы сейчас перевернемся, утонем, я умру, и я не попаду на свадьбу к дочери, и все там пойдет наперекосяк».
А другие люди стали на него ругаться. Ты чего плачешь? Разве это подходящий момент? Ты что, не слышал, что нам сказали? Молись. Наши молитвы, они их Бхагаван их не будет слушать. Но вот этот вот мальчик молодой, он саду, его Бхагаван услышит его молитвы. Вот сейчас он для него был настоящим саду, встал. 5 минут назад он его оскорблял, говорил, что никакой он не саду, а вот сейчас он сказал, что вот он саду, и ему нужно молиться. О, баба, молись Бхагавану. И Шанта Мараш ответил: я молод, я ничего не понимаю в баджане, но мой Гурудев, он могуществен. Я попробую сейчас помолиться моему Гурудеву. И тогда Шанта Мараш начал предлагать молитвы Прабхупаде. И корабль, он был, ну, то есть попал в бурю. И постепенно погода, она выправилась. И капитан корабля, он сказал, что мы сейчас вне опасности. Как это произошло, мы не знаем, потому что у нас много опыта, и мы не видели никогда ничего подобного. Это чудо какое-то, что мы сейчас вне опасности. И то есть, каков урок из вот этого вот лилы Шанты Махараджа? Я вам завтра объясню это подробнее. Сегодня нет времени. Кто-то говорит, кто-то хвалит, кто-то критикует. То есть этот мир, он нестабилен, ум нестабилен. Это обусловленные души. Ким итано сучама вишвара саматьяна норопусуно, но ке санчит охо-хо милито гауранга чара милито одхуна, но ке санчит опи милито гауру одхуна, банча кальпатарусе кебасе.